Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет безумное и сумасшедшее видео, потому что за каждую смерть я, ребята, буду кушать лук. Поэтому обязательно поддержите меня вашим огромным лайком, потому что, черт возьми, я это видео перезаписываю третий раз. Я этого лука нажрался вот сколько. Знаете, что самое обидное? Потому что первый раз не записалось видео, а второй раз у меня вылетела запись. Поэтому, ребята, это просто полная фиаско. Я надеюсь на вашу поддержку, потому что мне уже тошнит от лука. Но если я, ребята, буду умирать, то я буду кушать лук. Ну что же, поехали. Так, тиммейты, вам надо играть хорошо. Если будете играть плохо, я вас опозорю на весь YouTube. Ребят, запомните ники моих тиммейтов. Надеюсь, они будут тащить. Особенно вот эта девочка под ником Кореянка. Так, ну что же. Ребят, давайте, за вас, за подписчиков. Погнали, сейчас буду делать первый килл. А, не-не-не, управление зависло. Да как так-то? Офигеть, не встать. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на сайт дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Блин, ребята, ну что же, приступаем к трапезе. Да, это небольшой кусочек, но, ребят, честно, мне уже плохо, мне тошнит. Иди ты в задницу, лук. Как вкусно. Блин, ребят, кажись, я сейчас потеряю сознание. Да ну. Блин, какой же он противный. А, мы еще и прорвались в сухую. Зашибись. Ох, ребята, чувствую, я сегодня обожрусь лука. Просто наемся его на год вперед. Знаете, мне уже вообще не лезет лук в горло. Вообще, ненавижу лук, все. Теперь лук мой нелюбимый овощ. Так, ну что, погнали. Главное, чтобы команду не подвел. Пацаны, может хоть кого-то убить? Выгоните? Выгоните? 0 киллов. О, хоть кого-то убили. Нормально, нормально, хорошее начало. Ща, я еще кого-то убью. Вот опять, опять, ребят, опять меня заедает эмулятор. Не знаю, вот вы говорите, эмулятор — это имба. Да ни хрена подобного. Да ну в задницу гоните? Так быстро? Я просто в офиге. Все, ребятки, в следующем раунде буду тащить, я вам отвечаю. Все, мне все равно. Тупо в одного вынесу всю команду. За вас. Давайте, за ваше здоровье. Блин, какое же это дерьмо. Ох. Вот это, ребят, наелся лука. Блин, офигенные челленджи. О, мы победили! Да ну задницу! О, это хорошие новости. Но плохие то, что я нажрался луком, мне от него тошнит. Так, ребятки, в этом раунде я себе покупаю КР и буду делать хедшоты. Все, никаких смертей, никаких проигрышей. Все, пацаны, только вперед, только победа. Погнали. Блин, честно говоря, у меня такое странное ощущение во рту. Такое ощущение, как будто я сейчас взорвусь. По-серьезски. Так, 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 вижу. Иди сюда, дорогой, вижу на минимапе, тут где-то есть противники, ща я его прикончу. О, я его убил, охренеть. Ха-ха, у меня уже 1 килл, нормально, нормально. Все, ребятки, пошла жара, погнали, ща будем только побеждать. Твою налево, пацаны, прикройте тиммейты! Фух, убил. Нормально, да вы что? Вот это, ребят, я называю, пошла жара в хату. Да ну в задницу, да как так? 10 хп, вот ты говнюк. Если мои тиммейты не добьют их, я их просто ненавижу. Мои тиммейты, пожалуйста, не подведите. Ну, а я, ребят, тем временем хаваю дальше лук. Мой любимый. Офигеть, чувак, пожалуйста, на тебя вся надежда. Давай, давай, не позорься на весь YouTube. Покажи, на что ты способен. А, он тупо АФК стоит. Спасибо. Лучшая команда на планете Земля. Блин, и лук такой вкусный, ребята. Сколько будет скриншотов меня после этого видео, что я просто сойду с ума. Так, ребята, мы проигрываем 2-1. Надо исправлять эту ситуацию. Надо исправлять. Так, так, так. Вот тут кто-то будет, отвечаю. Я уверен, тут кто-то будет. Сейчас ему хедшот впечатаю. Ну давай, выходи. Так, так, так. Ребят, вижу на минимапе, кто-то есть по флангу слева. Щакин, ты пока его огреет. О, привет! Давай! Давай! Ну-ну-ну, пожалуйста. Ай-яй-яй, патроны закончились! Тише.
Твою налево, ребятки! Это просто полный фиаско! Давайте в атаку! Да как?! Я просто охренею с этого. У меня опять зависло управление. Ребят, ну, я не понимаю. За что мне такое наказание? За что? Нифига себе, давай, брат. Давай. Офигеть, мы победили. 2-2. Да, ребята, я умер. Мне надо схавать лук, но мы победили. Ребята, если после этого видео я ляжу в больницу, то не обращайте внимания. Но, ребят, самое главное, никогда не повторяйте это. Никогда, ни при каких условиях не повторяйте это. Ребята, данный челлендж выполняет профессионал в своем деле, пожиратель луков. И все нормально. Так, все, погнали, играем. Вот так, минус один, нормально. Вообще ничего не могут сделать без меня мои тиммейты. А, мы опять проигрываем. Охренеть можно, вот эта команда. Команда мечты. Нормально, вот эти раздаю. Блин, неужто я не пхаваю лука в этом раунде? Так, ребят, остался последний, да ну, сейчас будет победа. Так, ну давай, иди сюда. Мой сладенький пирожочек попал, у него мало хп. Ребята, остались один на один, Кент или он, как думаете, кто кого? Пожалуйста, Кент, сделай это. Да ну в задницу, я не знаю. Официально можете меня обзывать нубом после этого. И да, я опять должен кушать лук. Блин, ребята, как я его ненавижу. Это худшее, что пробовал в своей жизни. Давайте в этом раунде возьму дробовик. Может быть, хотя бы с него мне повезет. Да, команда у меня просто команда мечты. У двух чуваков по одному киллу. Офигеть можно. Офигеть, мне что-то горит во рту. Ой-ой-ой, как горит. Фух, реально горит. Осталось два противника. Чувак, давай, я в тебя верю. Хоть кого-то убей, пожалуйста. Давайте, ребятки, осталось два противника, и мы обязаны их убить. Мы обязаны это сделать. Так, я его видел. Нормально. Ой, мы красавчики, вот это понимаю. Ой, мы красавчики, да ну. Этот раунд будет точно за нами. Ребят, 100% этот раунд будет за нами. Давайте, если мы сольемся, то, ребят, это будет полная фиаско. Так. Опа, вижу. Ща он охренеет, как Кента, пока его убьет. Так. Ой. Ща его обойду со спины. Привет, Андрей! Я сравнял счет. Да, мы это сделаем. Ну что же, ребятки, давайте, надо побеждать, надо идти вперед, надо нагибать. Я сравнял счет, поэтому, ну, мы должны это сделать, пожалуйста. Тиммейты, не подведите, я вас верю. Ну, давайте, ребятки, погнали. Фух, поехали. А ну-ка. Так, уже один противник умер, ништяк. О, второй противник умер. Это очень даже хорошо. А ну-ка. На Б кто-то есть, на Б никого нету. Они все пошли на А, 100%, ребята, они все... Ого, нормально. И теперь иду на А, потому что я чувствую, там кто-то есть. Тем более, видел по минимапе, кто-то бежал в ту сторону. Поэтому давайте-ка мы пройдемся на А. И тут, к сожалению, никого нету. Окей, я понял. Значит, пройдемся на Б. И на Б по минимапе я кого-то уже вижу. Ох, блин, ребята, как же это будет обидно, если я сейчас умру. Так, по минимапу вижу противник где-то, вот где-то тут-то. Может быть тут сверху, может быть тут-то. А может быть вовсе тут? Брат, ты куда прячешься? Погнали в атаку! Офигеть, меня тиммейт лучший. Ага, вижу. Нормально. Да ну в попу! Так, ребята, мы это сделали, ништяк, но у меня 6 хп и надо куда-то убежать. Просто беги, Кен, беги, словно Форест. 15 секунд, просто надо продержаться 15 секунд и не умереть. Так, мы победили, да ну, мы победили, офигеть, да, это победа. Мы это сделали, мы красавчики. В этом раунде я хотя бы один раз не пожрал лука. Ура, мы это сделали. Так, ну что же, а давайте-ка я себе куплю еще гранаток. О, вот так будет гораздо легче нагибать. Все, ребята, больше лука я кушать не буду. Я вам говорю, все, только победа, только вперед. О, чувак, в воздухе завис, нормально.
Да ну, мы проигрываем? Как так-то? Мы проигрываем! Я в афиге, ребят, мы проигрываем. О, нормально. Фух. Давай! Да блин! Охренеть можно. Ребята, минус раунд. Блин. Ну что ж, опять мой любимый лук за вас. Блин, что ты много взял? Блин, ну и говно. Ох. Ребята, я вам говорю, это последний раз в жизни, когда хаваю так много лука. Больше лук я кушать не буду, я его ненавижу. Фу, блин. Ребята, все делаю ради вас, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, я вас очень прошу. И давайте-ка мы, наверное, сыграем вот это последний раунд, потому что мне реально уже стало немножко плоховато. Ютуб — это шутка. Поэтому, ребята, играй последний раунд, иначе я сейчас откинусь тут. Опа! Нормально. Минус один. По мне стреляют. Идите в попу! Иди в попу! Так, 4-4. Привет. Я понял. Ну что же, ребята, на этой хорошей, прекрасной ноте я буду заканчивать это видео, потом, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и, кажись, я сейчас заплачу, потому что я съел слишком много лука. Поэтому, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кент, и пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.